Новое правительство Италии под руководством Джорджи Мелони приведено к присяге. Накануне лидер ультраправой партии «Братья Италии» приняла мандат от президента республики Серджо Маттарелли и стала первой в истории страны женщиной, возглавившей кабинет министров. Правительство, формально правоцентристский союз партии Мелони, Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини называют ультраправым. Министерство иностранных дел возглавит Антонио Таяни, вице-председатель партии Берлускони «Вперед Италия». Лидер Лиги Маттео Сальвини станет министром инфраструктуры и транспорта. Сама Мелони провозглашает себя носителем традиционных семейных и христианских ценностей, выступает за ограничение иммиграции, поддерживает в экономике идеи либерализма и протекционизма, а во внешней политике – евроатлантизма. Мелони неоднократно выступала в поддержку Украины. Тем не менее, правящую коалицию часто называют весьма пророссийски настроенной. Во внутренней же политике работа нового премьера будет сопряжена со многими трудностями в условиях энергетического кризиса и инфляции. Бюджетный дефицит Италии достигает 150% ВВП. Это один из самых высоких показателей в ЕС. Мелони критиковала экономическую политику своего предшественника Марио Драги, но, по мнению аналитиков, она, тем не менее, продолжит его линию именно из-за тяжелой экономической ситуации.